Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Борис Оборотов и компания GSMRepeater.ru. У каждого устройства есть своя репутация. Одни девайсы выходят на рынок и остаются незамеченными, другие оказываются неудачными и вызывают недовольство пользователей, и лишь очень небольшой процент устройств становится абсолютным хитом и вызывает восторг у всех владельцев. Среди мобильных роутеров таким устройством является Huawei E5885. Мобильные роутеры нужны, чтобы подключиться к сотовому интернету через отдельную сим-карту. Вы вставляете сим-карту в роутер, и он раздает Wi-Fi для большого числа устройств. Мобильному роутеру можно найти множество применений во время поездок на автомобилях, в походах, в отелях и многих других местах, где у вас нет доступа к выделенной интернет-линии. Что ж, хватит вступительных слов, давайте побыстрее посмотрим, как же выглядит Huawei E5885 и что он умеет. Пожалуй, это самый красивый и стильный роутер из всей линейки Huawei. Дизайн под кожу, эффектная вставка под золото, приятный на ощупь пластик. Посмотрите, роутер выглядит престижно по-взрослому. Даже гораздо более дорогие модели роутеров Huawei не обладают настолько привлекательным внешним видом. Второй аспект, который отмечают все наши клиенты – высокое качество приема сигнала. Там, где сотовые модули других роутеров и модемов пасуют и не могут выдать приличной скорости, Huawei E5885 справляется на отлично. Сотовый модуль относится к шестой категории LTE, поддерживает агрегацию двух полос частот и скорость загрузки до 300 мегабит в секунду. Конечно, шестая категория не предел современных технологий. В продаже вы можете найти роутеры 9, 11 и даже 19 категории. Однако стоят такие устройства в разы дороже, но при этом не всегда показывают прирост в скорости. Причина проста. Часто российские операторы просто не поддерживают более высокие категории LTE. В то же время шестая категория – золотая середина, которая дает отличный результат в разных населенных пунктах нашей страны. Хороший сотовый модуль дополняется в роутере двухдиапазонным Wi-Fi с поддержкой стандарта 802.11ac и максимальной скоростью 867 мегабит в секунду. Роутер рассчитан на 32 пользовательских устройства, вы свободно сможете подключить к нему смартфоны, планшеты, ноутбуки и любые другие беспроводные девайсы. Как обстоят дела с автономной работой? Встроенный аккумулятор на 6400 мАч обеспечивает работу в течение суток без подзарядки. Вы можете свободно взять роутер с собой в командировку, отпуск, поездку на дачу или путешествие и не бояться, что вам потребуется ежеминутно его подзаряжать. Инженеры Huawei пошли дальше и добавили в роутер порты, которые обычно отсутствуют на портативных роутерах. Это полноформатный USB для зарядки других устройств. Догадываюсь, что пользователи захотят воспользоваться аккумулятором роутера. Чтобы подзарядить смартфон или планшет, разработчики сразу добавили удобный разъем. А где взять USB кабель? Так вот же он. Ремешок для запястья легким движением руки превращается в короткий USB кабель. Но это еще не все. Huawei E5885 – один из немногих роутеров, оснащенных полноформатным LAN-разъемом для проводного подключения компьютера или любого другого устройства без Wi-Fi. Более того, этот разъем можно использовать в качестве WAN для подключения кабеля провайдера. Ну, если вдруг вам представится такая возможность. Я уже сказал, что у этой модели практически нет недостатков. Конечно, можно зацепиться за маленький ЖК-экран и отсутствие сенсорного управления. Но ведь роутер мы покупаем не для того, чтобы его там постоянно настраивать. Впрочем, один маленький недостаток у этой модели все же есть. Это отсутствие разъемов для внешних антенн сотовой связи. К сожалению, с помощью этого роутера нельзя создать систему усиления сигнала на основе выносной антенны. Но не стоит забывать, что этот роутер маленький, портативный, карманный, и его должно быть удобно брать в дорогу, и с этой задачей он справляется на ура. Напоследок давайте взглянем на роутер в работе. Вставляем сим-карту в слот роутера, включаем его и подключаемся к сети. Ну, в целом результат неплохой, учитывая слабый уровень сигнала в помещении.
Если вам нужен быстрый, надежный мобильный роутер, Huawei E5785 – это ваш выбор. Ссылка на товар, как всегда, будет в описании. До новых встреч, друзья!